Все говорят, что в США все продают в больших упаковках. Пойдем искать маленькие. Йогурт 907 грамм. Достаточно большая упаковка. Но есть и вот такие по 150 грамм. Натертый сыр 907 грамм. Но есть и по 226 грамм. Кетчуп 2 упаковки, каждая почти по 1,5 килограмма. Но есть и по 397 грамм. Рис 2 килограмма 260 грамм. И вот есть 907 грамм. Бутылка масла почти 4 литра. Но есть и 709 миллилитров. А вот жвачку в маленьких упаковках я не нашла, только вот такие были. Не забудь подписаться, видео выходит каждый день.